Смотрите, колесо балансирования 35-10. О, тоже стало по нолям. Просто красота. Это на 5-дюймовых дисках. А вот это колесико 5,5 дюймов новый диск. Очень красивый. То есть у меня было спереди 2 новых диска. И сзади будут 2 старых диска. Ставлю новые колеса. Вот вместо V5 ставлю Camouflame MT. Можно сравнить, посмотреть вот на такой степени. Это старые колеса, кстати, у меня сносились уже до этих самых, до маркеров, которые показывают предельный износ почти. Ну, и вот новая Camouflame с красивым таким интересным протектором, чуть пошире, 185 вместо 175. Правильно я сказал? Да. Вот, давайте посмотрим, что у нас тут написано. Значит, апрель, нет, это даже июнь, 23 недели 24 года изготовления. Camouflame MT. Что у нас тут еще написано? Camouflame MT. Где эта маркировка-то, которую никак произнести не могу? Радиальная, бескамерная, 185 на 75 на 16 дюймов. Вся маркировка, красивый зубастый протектор. Сейчас соберу и посмотрим, как мягко будет смотреться на новых колесах. Вот покрышка еще без диска. Диск переставлю с одной V5. То есть два диска у меня будут новые, два диска старые. Причем интересно, что диски одни 5-дюймовые, другие 5,5 дюйма. Вот не знаю, хорошо это и плохо. Развал схождения делал на всякий случай на одинаковых дисках. Основа резиной, у меня впереди будет диски 5,5 дюймов, сзади 5 дюймов поставлю. Вот, говорят, не должно это никак сказываться на ходовых качествах, на управляемости, ну и на резине тоже, в принципе, полдюйма. Полдюйма это у нас 100, так, сколько у нас, 10-12 миллиметров. Ну, небольшая разница. Посмотрим, что-то не так будет, докуплю новые диски, чтобы везде одинаковые были. Так, последнее колесо монтирую рядом с домом, потому как шиномонтажка, где их брал, сегодня не работает. Вот, и сказали, самому можно нажать. Так-то. А, во, да, все да, нашел. Да. Ты дыть. Все, где колесико снимаете? Как крутится? Крутится. Ну, колесики теперь есть. О, в принципе, неплохой результат. С учетом того, что диск старый. Так, смотрим результат. Результат 0-0. Отлично. Все 4 колеса нулевые. Все, резину поменял. Теперь только красить. Ничего так смотрится. Camouflame. Ну, конечно, Нижнекамск размахнулся. С этой резиной. Вот еще раз сниму ее все данные. Camouflame MT. Тыц. Вот. 180 на 75 и на 16. 185 на 75 и 16. О, крупно написано. Я где-то мелко смотрел. Ракурса. Спереди диски новые, сзади диски старые, крашеные. Теперь красим кузов и все. И скоро еду. Скоро еду. Заплату приварили под раздатку. Бедная белка ржавеет. Наверное, это и будет ее последняя поездка. А, да, посмотрим, что стало V5. Но вот степень износа V5, видите, до этих, до пупочек сносилась. Еще можно сезон откатать по городу.
Вот. Этот меньше всего сносилось, но у нее дефекты. Видите, трещина. Куплена бэушная, с трещиной уже было. Таких трещин сейчас 5. Тоже удивительно. Езжу, езжу, оно никак не спускает. По Северному Казахстану на нем сгонял в прошлом году. Там скорость была нехилая. Летели по казахским автобанам со скоростью где-то 140. Торопились в одном месте. Ну все. Пошел делать репортаж про новые колеса.